Франция собрала 400 ученых-мусульман и отрубила им головы во время оккупации Чада в 1917 году. Когда Франция вошла в алжирский город Лагоа в 1852 году, она истребила 2/3 его населения сожжением его огнем. Франция провела 17 ядерных испытаний в Алжире в период с 1960 по 1966 год, в результате которых число жертв составило от 27 тысяч до 100 тысяч человек. Его последствия сохраняются до сих пор. Французский историк Жак Юрки посчитал, что общее количество убитых Францией в Алжире с момента ее прибытия в 1830 году до ее ухода в 1962 году составило 10 миллионов мусульман. Когда Франция ушла из Алжира в 1962 году, она установила за собой больше мин, чем все население Алжира того времени – 11 миллионов мин. Франция оккупировала Тунис на 75 лет, Алжир на 132 года, Марокко на 44 года и Мавританию на 60 лет. Когда Франция вошла в Египет в ходе своей знаменитой кампании, французские солдаты вошли в мечеть на своих лошадях, насиловали женщин на глазах у их семей, пили алкоголь в мечетях, а некоторые мечети превратили в конюшни для своих лошадей. Странно сегодня видеть, как некоторые люди бравируют цивилизацией Франции и даже защищают ее и забывают всю ее черную историю.